Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Веспер Zero Light Edition. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Игра поддерживает геймпад, и играть я буду именно на геймпаде. Русского языка в игре, к сожалению, нет. Так, а вот и мы сразу же в игре без какого-либо вступления. Давайте разбираться. Ну, пока что у нас вариантов нет, мы можем только вправо пойти. Ой-ой-ой. Это что такое было? Это что такое? Так, это противники? Нас не трогают, замечательно. Двигаемся дальше. Пока что ничего не понятно, но выглядит очень красиво. Это оружие? Типа меч? Ух ты! Так, а что это я могу делать? Я не понял, что я сделал. Ой, мы ранены. Thank you.
Получено достижение. Вот как все начинается. Так, ну что ж, что мы пока что можем понять? Судя по всему, на нашу планету напали, и вроде как ее даже уничтожили. Но кто-то там успел на что-то нажать, и... не знаю даже. В общем, возможно, дальше будет понятнее. Вот в итоге мы играем вот таким вот чудиком. Так, а здесь заперто. Это что, костер? Что-то мы только что видели, какие-то как будто флешбеки, что ли. Ладно, пока что просто двигаемся дальше. Есть. Оп. Управление, кстати, довольно-таки неплохое. Персонаж хорошо ощущается и слушается. Правда, пока что мы ничего особо не делаем, только бежим и прыгаем. Посмотрим, что будет дальше. О, птичка. Или что-то наподобие птички. Так, с нам, судя по всему, направо, но слева можно залезть, и там цветок какой-то такой особенный. А, нет, мы его взять не можем. Но он так светится. А, может быть, он просто как подсказка, что сюда можно пройти. А вот это что такое? Получено достижение. А, значит, андроид. Это для тебя. Ты будешь читать эти мои слова. Как будто
Они когда-то меня ловили. Ты узнаешь, как я жил в мои последние дни. И ты узнаешь, что ты тот, кого нужно винить. Я знаю последствия назначения моего жеста, это все бесполезно, мой дорогой брат. Я всего лишь поврежденный сын. И если ты не узнавал меня, когда мы жили вместе, теперь ты этого уже не сможешь. Это письмо будет оставаться неуслышанным плачем о помощи. Но я надеюсь, что этот плач превратится в проклятие. Что это такое? Ого. Давайте мы все это не будем сейчас читать, переводить, потому что займет много времени. Нам интересно посмотреть на механику игры. Это просто... собирательный предмет, коллектаблс, которые можно находить, видимо, и что-то интересное из них узнавать. Ведь сюда мы могли и не залезть. Кто-то кого-то убил. Прямо в затылок выстрелил. Что тут происходило? Так, это что? Ага, телепорт. Хорошо, запомним. Так, нам нужно сначала к панели вот этой. Открыть дверь, а потом уже забираться наверх. Так, что такое? А, нас пропускают. Хорошо. А вот это определенно противники. Это не я двигаюсь. Так, все. Снова двигаюсь я. Нам нужно наверх, видимо, к тому телепорту. Так. Ой, тихо-тихо, меня здесь нет. Нет, спустись вниз. Так, это на самый верх нас, видимо, телепортируют. Нам, наверное, нужно активировать вот здесь. Тихо-тихо-тихо, ага, вот теперь телепорт работает. Ну, давай наверх. Мне бы какое-то оружие.
А еще выше можно подняться. Кстати, хочу заметить, движения персонажа прям такие плавные, вот прямо приятно играть. Ой. Так, а там, где светящиеся цветы, мы можем спрятаться, да? Ой, да я ж нажал, вроде как. Меня здесь нет. Я ж вроде бы нажал на Y. Почему он не спрятался? Не понял. А, задерживать нужно, видимо. Так, держим, держим. Так. Нужно держать кнопку нажатой. Вот в чем дело. Все, нормально. Так, тут опять какой-то цветок. А может быть, здесь секретка? Ну, забежать туда можно, но там сделать ничего нельзя. А, вроде бы. Что такое? Что происходит? Я ничего не понял, что только что было, ну да ладно. Так, тот товарищ таки будет стоять? Ну что-то уходить он вроде как и не планирует. Судя по всему, придется бежать вправо от него. Ладно, давайте попробуем. Побежали, 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 побежали. Нажимай. Нажимай. Не понял, я ж нажал. Ладно, дубль 2. А может быть, оно просто не сразу срабатывает, нужно нажать. Так. Теперь сюда. Ха. А что теперь? Вверх я не успею, я думаю. Вниз тоже хана. А, ребят, вы так и будете там стоять? Как-то не очень хорошо. Совсем нехорошо. А может быть, успею все-таки сейчас забраться наверх и прыгнуть? Нет, они не уйдут. Оп, 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 успел. Но тот все еще гонится за нами. Надеюсь, он сюда не будет прыгать. Так, ну вроде бы он за нами уже не гонится. Хорошо. А это что такое?
придется заново пробежать. Ой, там что-то выползло. Стоп, не поднимаемся, висим. Даже спрыгнем лучше. Я же еще думал, что цветы здесь неспроста, вот эти, в которых можно прятаться. Так, вот сейчас непонятно, где противник. Хотя, смотрите, там справа подсветочка была. Ой, куда ты прям в меня уперся? Уйди! Как подсказочка. Так, противник отдаляется. Мы сюда. И прячемся. Так, ну а все-таки нам дадут оружие, или мы вообще не сможем сражаться с противниками? Так, ну понятно, спрятаться, потом нажать на кнопку, потом опять спрятаться и вправо топать. Когда мы прячемся, звуки прямо приглушенные. Так и побежали. А вот и все. Так, а как здесь можно наверх забраться? А может быть где-то там вправо пройти, а там потом уже найти способ? Ну, например, вот так. Ну да, на самом деле ничего сложного. Что мы подобрали? Наверное, опять какие-то записки? Ну да. Так, задача – исследование и анализ феномена, известного как повреждение. Сбор документов к протоколу Веспер внутри зоны 452. Ладно. Так, нет, нам нужно сначала нажать на кнопку. Наверняка в тех документах как раз объясняется, собственно, что вообще случилось, что произошло. Но если мы будем сейчас их все читать и переводить, то ни на что другое, в принципе, времени-то и не останется. Так, там собака. Я понял, что нам нужно. Нам нужно собаку сюда приманить. Так. Ловушку для нее устраиваем. Все, прощай. Ой. Так, 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 так. Если я запрыгну, собака... А может ли она туда перепрыгнуть? А, стоп, с этой стороны я и не запрыгну. Ой! Ой-ой-ой-ой! Так, все, меня нет. Меня нет. Тихо-тихо-тихо-тихо.
все, меня нету, нету меня. Все, 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 все. Глупая собака. Непонятно, кстати, то ли это робот, то ли это что. Да, в принципе, что мы такое, тоже непонятно. То ли робот какой-то. Опа, это что? Ой, это что-то жуткое. Как будто прямо из ада. Какой-то адский олень или лось. Кстати, игра, вы заметили, сохраняется очень даже часто. Это огромный плюс. Так, ну у меня сейчас вариантов нет. Мне нужно прыгать вниз и бежать вправо. Но так рассчитать, чтобы я там потом сразу же телепортировался. Но я ничего не рассчитываю. Я просто бегу. Оп. А, да собака это медленная вообще. Куда ты, твою ж дивизию? Я-то нажал телепортироваться, но процесс телепортации... Ох, какой медленный, как же тут угадать-то? Так, стоп, ждем, 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 ждем. Вот теперь нажимаем. Давай, 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 ну же! Есть. Так, вот это куда нас телепортирует? Давайте вначале нажмем на кнопку. Ой, твою ж дивизию! Зачем я твою ж дивизию? Зря, зря я это сделал. А перепрыгнуть через собаку нельзя. Никак. А понял? Ничего мы не нажимаем. Никакие кнопки трогать мы не будем. Нет, ну верхнюю кнопку трогать нужно. Ага, смотрите, но вот эта вот кнопка с одним шариком под ней, она активирует все, что с одним шариком, видимо. И вот здесь откроется как раз-таки портал. Понятненько, нам придется нажать ту кнопку. У нас нет выбора. Нажимаем ее, прыгаем сразу же сюда, телепортируемся и... Стоп, а мы окажемся, получается... Мы окажемся вот там, вот, а там та собака, и все, и нам хана. Разве что влево бежать. Черт его знает, попробуем, у нас выбора нет. Эй, да что ж ты так долго телепортируешься? Я нажал на телепортацию и... Но это долго. Кстати, вот это неудобно. Сложно рассчитать в итоге время. Давай, 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 телепортируйся и бежим влево сразу же. Нажимай. И там собака тоже, да? Это что? Нам бежать? Ладно, у нас выбора нет. Бежим просто вправо. Быстренько, быстренько, быстренько. Нажимай. Thank you.
Быстро, быстро, быстро нажимай. Ух. Отлично, мы в безопасности. Великолепно. Что означают вот эти символы? Это уже, по-моему, третий, который мы встречаем. Просто вот появляется какой-то символ. Непонятно. Судя по всему, оружие нам в итоге и не дадут. Почему-то мне так кажется. Так, вот этот цветок показывает, что мы можем влево пройти. Да, вот эти вот светящиеся цветы, это именно подсказки. Ладно, подбираем. Пусть уже будет, чтобы это ни было. Так, а мы не можем... Нет, туда мы забраться не можем. Там кто-то сидел когда-то. Получено достижение пробуждения. Мы пришли на новую локацию, и посмотрите, как красиво она выглядит. И знаете что, ребята, давайте, наверное, мы здесь с вами уже прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. В принципе, придраться здесь практически не к чему. Мне все нравится, управление очень удобное, выглядит игра просто потрясно. Звучит игра тоже приятно, все в этой игре хорошо. Ну, разве что только не хватает оружия, конечно, хотелось бы оружия, чтобы разбираться с противниками, а не вот так вот прятаться и бегать постоянно от них. Не очень приятно постоянно бегать. Поинтереснее гораздо с противниками разбираться. Также есть один момент, который мне, если честно, не очень нравится. Это то, что телепортация занимает очень много времени. Поэтому сложно рассчитать, когда же нужно телепортироваться. И, возможно, понадобится несколько раз умереть, пока мы поймем, в какой момент нажать на кнопку, чтобы в нужную секунду в итоге телепорт сработал. Это просто вот банально неудобно, как по мне. Во всем остальном, отличная игра. Мне нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.